После старта пятого сезона под заголовком «Сезон бурь», в котором главным боссом стал Рейден, а игроки получили в свое распоряжение Ермака, в Mortal Kombat 1 неожиданно обнаружилось скрытое добивание бруталити. Разработчики из NetherRealm, похоже, незаметно вставили его в игру. Причем оно доступно для всех персонажей сразу. Вообще, в МК1 предполагается, что сложных добиваний у каждого персонажа должно быть не больше 6, и они открываются по мере прокачки. Но раньше игроки уже находили парочку тайных дополнительных приемов, которые нельзя увидеть в меню. Например, такие были у Омнимена или Мэй. Но новое бруталити может выполнить любой герой при условии, что вы уничтожаете запас здоровья противника броском назад. В этом случае ваш персонаж и запустит своего незадачливого врага прямо в камеру игры, разбивая ее. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 24 апреля 2024 года. У микрофона Николай Коренев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Helldivers 2 вышла в феврале и уже за первый месяц набрала в свои ряды больше 3 миллионов космодесантников, что намного превзошло все ожидания Sony, издателя игры. Можно смело сказать, что одновременно релиз шутера и на 5-й PlayStation, и в Steam оказался крайне удачным решением. Теперь появились слухи, что Sony решила расширить рамки сотрудничества с Microsoft и подумывает выпустить адских десантников еще и на Xbox. Собственно говоря, такая мысль прозвучала в последнем эпизоде подкаста Xbox Era. Там инсайдер Ник Бейкер намекнул, что игровое подразделение японской компании без лишней спешки обсуждает этот вариант. В конце концов, что может быть лучше для игры-сервиса в финансовом плане, чем расширение базы игроков? Только вот что на это скажут разработчики? Arrowhead и без того с некоторым напряжением балансирует между выпусками обновлений и поддержанием в рабочем состоянии серверов игры, пиковый онлайн которой 500 000 игроков в одном только Steam. И стоит признать, у команды разработчиков размером примерно в 100 человек неплохо получается развлекать игроков. Но гораздо хуже дело обстоит с исправлением ошибок. Нет, это безусловно тоже получается, но не то чтобы прям моментально. Геймеры продолжают сталкиваться с проблемами при входе на серверы и объединении с друзьями в игре. Правда, несмотря на это, из рядов космодесантников все равно не увольняются. Просто продолжают избегать оружия, которое может выдавать ошибки. И еще задавать студии вопросы в духе «А может добавите нам тогда холодное оружие, если ящики с патронами не пополняются?» Arrowhead на такое предпочитает не отвечать. Как и на выпрашивание трансмагрификации, которое позволяет надевать красивую броню и оставлять при этом характеристики другого снаряжения. В конце концов, пользователи ведь продолжают досрочно выполнять и перевыполнять все поставленные правительством Суперземли задачи, убивая, например, 2 миллиарда терминидов за рекордные 12 часов. Проблемы посерьезнее начались на днях, когда сообщество взялось за новый заказ по защите планет от жуков и ботов. Там у них вдруг произошел сбой, и прогресс освобождения планет начал глючить. Студии даже пришлось публиковать формальное предупреждение с намеком на извинения. А на Reddit генеральный директор Arrowhead Йохан Пилистет извинялся перед сообществом за ошибки и рассказывал, как активно все студии работают над созданием живого мира, чтобы оставаться лидерами, на которых все смотрят. Так что нужно ли разработчикам, зажатым между патчами и обновлениями контента, сейчас еще возиться и с портом на Xbox? Вопрос до крайности сложный. Прямо сейчас в Стиме с большими скидками продаются Red Dead Redemption 2, Kingdom Come Deliverance, Subnautica Below Zero и многие другие игры. И если вы не знаете, как выгодно закупиться, то к вашим услугам сервис KupiCode. Он позволяет приобретать игры с сохранением всех стимовских скидок, в том числе и те, что недоступны для российских пользователей. Товар вы получите на свой Steam аккаунт в качестве подарка в автоматическом режиме в любое время суток сразу после оплаты. В продаже есть буквально весь Steam. Если ищете конкретную игру, вбейте ее название в поиске. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужна только ссылка на него, поэтому не беспокойтесь по поводу безопасности. Вбейте наш промокод GSTV, чтобы сумма была на 10% ниже. Если вас интересует пополнение, заходите на steamkupicode.com, выберите нужную сумму, требуемый регион, введите логин и совершите платеж. Не забудьте ввести наш промокод GSTV, тогда комиссия снизится на 2%. Более того, можно пополнять Steam скинами, тогда вообще не будет комиссии. Если у вас не российский или казахстанский аккаунт, зайдите в раздел с подарочными картами. Они позволяют также недорого пополнять Steam любых других регионов, включая Турцию и Аргентину. Переходите на KupiCode и играйте во все новинки в Steam, как раньше. И еще, прямо сейчас действует конкурс Купилиарда. У вас есть шанс выиграть крутые призы, включая консоли и видеокарты, просто закинув деньги на баланс. Подробности по ссылке внизу.
Кажется, Sega разрабатывает продолжение приключенческого экшена Sonic Frontiers, который до релиза вызывал большое количество негатива в сети. Тогда разработчики даже поговаривали, что в случае плохих продаж серию 3D приключений синего ежика ждет печальное будущее. Однако в итоге Frontiers, вышедшая в ноябре 2022 года, оказалась весьма успешной и продалась тиражом свыше 3 миллионов копий. Что, конечно, стало неожиданностью для тех, кто на анонсе громко ругал графику и вообще требовал отпустить уже замученного ежа в лес. Sonic Frontiers даже пережил в прошлом году контентное обновление под названием The Sight, Sounds and Speed, а затем получил от Sega анонс платного дополнения с неизвестной датой выхода. Поэтому было сложно поверить, когда журналист Дэниел Рихман сообщил, что в разработке находится именно сиквел Sonic Frontiers, а не дополнение к нему. Надо заметить, что Рихман обычно рассказывает о проектах Marvel и DC и лишь время от времени забирается в геймдев. Но сейчас его слова поддержала Midori, у которой данные об играх японских студий обычно бывают весьма достоверными. Она уточнила, что, кроме прочего, грядущая игра может и не иметь слова «Frontiers» в названии, но идеи серии точно продолжат развиваться. По всей видимости, премьера сериала о Николсе и озвучка Киану Ривзом Shadow в «Сонике 3» в кино достаточно сильно взбодрили фанатов, чтобы Sega как следует вложила в развитии игровой вселенной. На счету инсайдера под ником Джонатан есть немало достоверных сливов информации об играх Ubisoft, в том числе очень точные данные по Assassin's Creed Mirage. А совсем недавно он запустил слух о Far Cry 7, анонсы которой теперь все ждут на летних выставках. Теперь же в общении с подписчиками он объявил некогда культовую серию Watch Dogs мертвой и похороненной в ответ на вопросы о ее судьбе. По словам инсайдера, пусть Watch Dogs Legion и начала свою жизнь с бурных стартовых продаж и была неплохо принята критиками, но по итогу все равно не оправдала ни финансовые, ни репутационные надежды издателя. И Ubisoft, подумав, отменила все будущие проекты по данной IP, включая возможную королевскую битву во вселенной Watch Dogs, которая должна была представлять собой стелс для 50 человек на картах в Токио, Торонто и Париже. Последним упоминанием о Watch Dogs была информация Deadline, которая, ссылаясь на собственные источники, утверждала, что компания New Regency Pictures работает над экранизацией серии. И теперь становится не до конца понятно, входила ли экранизация в комментарий «мертва и похоронена», или дело касалось лишь игр. Если нет, то можно предположить, что будущий перенос хакерской франшизы на экраны сможет вернуть игроков в Watch Dogs так же, как это произошло с Fallout'ом. И тогда, возможно, Ubisoft снова порадует любителей серии новыми играми. После многочисленных закрытий студий, тысяч сокращений рабочих мест, терпящий бедствие издатель Embracer разделится на три отдельных подразделения. Одно из них сосредоточится на играх по вселенной Толкиена. Еще в прошлом году Embracer объявляла, что будет очень активно использовать свои права на «Властелин колец», чтобы превратить его в одну из крупнейших игровых франшиз в мире. И именно этими займется теперь новообразованная Middle-Earth Enterprise in France. Вторая часть бывшей Embracer под названием Asmodee Group возьмет на себя распространение на настольных игр, а компания Coffee Stain & Friends будет специализироваться на инди и малобюджетных проектах. Среди них можно выделить, например, кооперативный шутер Deep Rock Galactic и выживалку Valheim. Ситуация с русификацией для Kingdom Come Deliverance 2 повисла в воздухе. Информация о ней исчезла со страницы игры в Стиме. В рамках таких грустных новостей особенно интересно становится наблюдать за планами энтузиастов озвучки и перевода, живущих на краудфандинге. Вот, например, команда Game Voice, устав отвечать на отдельные комментарии в соцсетях, выложила у себя на сайте дорожную карту будущих проектов. Они обещают нам свою версию озвучки It Takes Two в ближайшее время, а Alan Wake 2 и Star Wars Jedi Survivor в течение года. А еще Dead Space, звук для которой, по их словам, уже готов и осталось его только правильно упаковать. И, возможно, самое интересное, особенно для наших зрителей постарше — GTA Vice City. The Elder Scrolls 4 Oblivion вернется к нам в обновленном внешне, но не изменившемся геймплейно. Слухи о ремейке ходят давно. Работу над ним приписывали студию Virtuos, которая часто занимается портами AAA игр и различными ремастерами для крупных издателей. Теперь же фанаты The Elder Scrolls обнаружили в сети профиль технического арт-директора Virtuos. В нем указано, что команда сейчас работает над неким ремейком игры на движке Unreal Engine 5. И все сошлось. Инсайдеры давно сообщали, что будущий Oblivion будет рассчитывать игровые механики на своем старом движке, но рендерить графику на умеющем сделать красиво пятом Unreal Engine. Могут ли Virtuos разрабатывать что-то другое? Конечно, могут, но фанаты Oblivion уже потирают руки.
До выхода Star Wars Outlaws остается буквально несколько месяцев. Предстоящую игру продолжают разбирать на детали и закидывать разработчиков вопросами. Например, многих заинтересовали полеты в грядущей игре. Все-таки нам обещают открытый мир. На эти вопросы разработчики отвечают обычно в самом позитивном ключе. Мы постарались сделать полеты простыми, веселыми и наполненными экшеном. Так что давайте разберемся, что же под этим подразумевается. Совсем недавно в нашем видео про смутные игры мы рассказывали, как сразу две крупные космические эпопеи No Man's Sky и Starfield обожглись на наполнении своих открытых миров. Собственно, претензия к космосу в каждой из них была одна и та же. Пустые планеты со скучными персонажами и малое количество занятий. И кажется, креативный директор Outlaw Джулиан Герайти как раз сделал очень полезный вывод из ошибок коллег. По крайней мере, на словах. Сейчас Герайти, рассказывая о детище своей студии, упирает именно на то, что в созданном ими космосе нам точно будет чем заняться. Из раза в раз он повторяет, что прилетая на планету, мы получим наполненную деталями орбиту. А в каждом крошечном уголке для главной героини будет приготовлено какое-то дело. Даже когда мы будем просто летать в пространстве между спутниками и орбитальными станциями. Ведь там мы сможем заняться космическими боями, и не только потому, что у нашей протагонистки будет меняться репутация, а вместе с этим появятся новые враги. За каждым астероидом могут находиться еще и пираты, от которых придется или убегать, или отстреливаться. Причем разработчики обещают нам как режим дуэли, из которой при желании можно будет удрать, включив гипердвигатель, так и возможность ввязаться в эпическое сражение в компании нескольких кораблей. Последнее, как можно предположить, потребуется в войне синдикатов между собой, в которой нас могут попросить доказать свою лояльность. А вот между планетами полетать нам не дадут, как и поблуждать по безвоздушным пустошам. Massive Interactive не захотела создавать пустые пространства и применила ожидаемую технологию гиперпрыжка от орбиты одного обитаемого мира до другого. Примерно так же, как это было в Mass Effect. Так что улететь подальше от людей и поспать за штурвалом в одиночестве здесь не выйдет. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще, у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV.